Трагедией завершилась рыбалка двух жителей из Октябрьского района. Мужчины переправлялись поздно ночью через реку Юган и не смогли удержать равновесие на плоту. Рано утром тела обоих были обнаружены в водоеме. В государственной инспекции по маломерным судам Югры сообщили, количество смертельных происшествий на воде за последние две недели увеличилось до 4. Всего с начала теплого сезона зафиксировано 57 подобных случаев, 48 человек погибли. Сотрудники МЧС отмечают, в регионе установилась непривычно теплая для этого времени года погода, поэтому рыболовы продолжают выходить на реки. Чтобы предотвратить трагедию, водоемы обследуют патрули. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверяют наличие спасательных жилетов и напоминают правила безопасности. Такие, например, как обязательное оповещение родных и близких о поездке на природу, наличие заряженного телефона и спецодежды. Люди тонут по незнанию управления маломерным судном, незнанию водоемов, несоблюдения самых элементарных правил безопасности при нахождении на воде. То есть, ну, я говорю, самое элементарное правило – оденьте спасательный жилет. Это вам уберегет жизнь.